Самаре стартовал прием заявок на участие в обучающем проекте для волонтеров «Школа комьюнити-менеджмента». Участников научат создавать и продвигать молодые волонтерские сообщества. Планируется обучить более 100 человек. Лучшие 50 участников проекта посетят воркшопы и тренинги от спикеров и тренеров региона. Заявку на участие в школе можно подать до 8 апреля, сообщает телеграм-канал администрации города «Вести с Дворянской». Информацию для тех, кто волнуется о судьбе парка 60-летия советской власти, разместила в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы мэрии Самары Елена Рыжкова. Встречу с инициативной группой предварительно планируется провести в пятницу. Сейчас администрация города прорабатывает возможные варианты решения, проводит ряд консультаций с профильными ведомствами. Обязательно пригласим членов инициативной группы заранее. Месячник по благоустройству в Самаре начинается традиционно 1 апреля. Однако подготовительная работа проводится заранее. В эту среду в администрации Ленинского района прошел организованный штаб с управляющими компаниями ТСЖ и ЖСК. Планируется провести 4 средника – 6, 13, 20 и 27 апреля – и 3 субботника – 9 апреля – Гагаринский, 16 – Муниципальный и 23 апреля – Общегородской, говорится в телеграм-канале администрации Ленинского района Самары. На территории Самары в рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта «Успех каждого ребенка» функционирует единая электронная база всех творческих объединений и секций Самарской области. Официальный сайт – навигатор дополнительного образования. Основная задача портала – помочь родителям и детям выбрать направление, которым хотелось бы заниматься, информирует телеграм-канал Департамента образования Самары.